то время как многие страны вводят новый карантин, в Англии только постепенно снимают старый. Впервые за 3 месяца открываются пабы, парикмахерские, рестораны, церкви, библиотеки и кинотеатры. Части королевства в разном темпе снимают ограничения. В Англии новый этап начался не с понедельника, как обычно, а с выходных. В прессе этот день даже окрестили Великой Субботой. Это великолепно. Я через час пойду к парикмахеру, не могу дождаться. Это хорошо. Я уверен, что люди разумные и смогут разобраться, как теперь действовать. При этом пока остаются закрытыми театры, спортивные клубы, салоны красоты, бассейны, запрещены концерты. В открытых заведениях соблюдаются жесткие нормы безопасности. Если нужно ждать в очереди, стоять придется на улице, а пабы станут похожи на рестораны. Толпиться у стойки теперь нельзя, а заказ предпочтительно делать через специальные приложения. По данным британского Минздрава, во всем королевстве коронавирусом заразились почти 285 тысяч человек, из них более 44 тысяч умерли.